Педагог, учитель. Он играет огромную роль в процессе формирования личности подрастающего поколения. Поэтому проблема педагогического образования уделяется очень много внимания. В Институте психологии и образования Казанского университета прошла всероссийская конференция «Андреевские чтения», посвященная памяти профессора КФУ, академика Российской академии образования Валентина Ивановича Андреева. Он является родоначальником педагогической школы творческого саморазвития личности. Валентин Иванович организовывал ежегодную конференцию, начиная с 92 года. И мы, когда были аспирантами, в 97 году начали принимать участие и каждый год участвовали вот в этой конференции, которая ежегодно проводилась нашей кафедрой. И сегодня эта традиция продолжается. На конференции обсудили современные концепции технологии педагогического образования в контексте творческого саморазвития личности. Тема моего доклада будет посвящена диагностике эффективности интерактивных занятий в ВУЗе. Интерактивное обучение сегодня определено как приоритетная тактика и стратегия университетского образования. И мы как раз сегодня хотим представить полученные нами результаты. На конференции собрались коллеги, ученики академика Валентина Андреева, которые продолжают развивать идеи его научной школы, педагогики творческого саморазвития конкурентоспособной личности. Андреевские чтения смогли объединить всех, кому интересна эта тема. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.